Үммит үтүү күнүнэн күндү көрөтчүлөрбүт эхиги бу чокускай бирини көрөгөт. Бүгүнгү таарыбытыгар республикадагы адаптивный физкультура уонна спорт кингер ылчытыкпыт. Тынчы 900 ауган агасыллаха бу бассейн саңыродук амбастан анын аспыта. Кини бу акционерный общество «Золото Якутии» Тарас Гаврилевич десяткин көгөлөхөнүнэн ахаллыбыта. Бастыкы директоринен Бронислав Бернардович Кондин физкультурага элбек сылга үлелебит. Эми спортсмен энтузиаст кихи бастыкы директоринен үлелебите. Окурдук бу бассейн үлетин хагалабыта. Бу самородук бассейн Дякуске курат самый ортотугар турар. Неганан кулдара жон сылдарыгар ога аймахын дарыгар нха жүйе местага турар. Бу бассейн самый улахан сетиетинен ден трудовая слава России ден знагынан наградаланбыта 2000 жылга. Онтон 2014 жылга бу республика жагалынан адаптивный физкультура онна спорт кине алдыбыта. Онна директоринен мигин анабыттара. Министр Гуляев Михаил Дмитриевич ыңыран маннык сынтара халлар оннаен директоринен болон эте дуудиен кепсетиитпута. Онтон бир күн токуйдан бараммын де бу үлени ыстарга сагаланбытым. Алты ай курдук документтарынан жарыктамыппыт, распоряжение бутун оңорбуппут. Онна бу ыамыйын сүйбө вирус күнүгер бийги сантыр бүтүрөбүкүне ден аттыбыт. Он төрт сылтан сагалаан үлелийилдебыт. Онтон сүрүн сыалбыт сарыкпут диен бийги бу дорубияларынан хачактаа жоннор физкультурана она спортка көгөлөхүн болот. Ана кинлерге условия терияхин, кинлерге күрөктеги итабыт, онотон тең условия териябит, онна улаккан Россия тагы күрөктегилерге бараларыгар отбор оңорубут. Онтон бу аспыт сылга 2000 сүйрбө 2 сылга улаккан бийим мероприятиялар бүткен. Бары билерге курдук аксыз народ спортивный аниулар болан аспыттара усалданга барганга. Онна биги спортсмендер бит легкая атлетикага кыттыны ылбыттара. Бэдерин улустарыттан спортсмен делегацияга кийрен хүрдаган үйөрөн көтөн бэдерин улустарын өрө тардан ынха астымыттара биги спортсмендер бит. Ити амматтан сагаланбыта 2019 жылга бастан олорун эре волейбол кийбите онна ити чепчик атлетика. Онтон дух сентябрь ыйга Сочи коракка паралимпийские летние игры была наспыта. Мы вместе точка спортен, он на паралимпийской. Аниулар именно лидера тактара эшебит спортсмендер көртейлер была наспыта. Он на бие спортсмена быт на жүйді кыттаннар 15 медаль аға быттыра. Бәдерін республикаларға. Он на өлбе қатын омуктар балар еті. Он на легкая атлетикаға бейге спортсменка быт. Василина Иванова рекорд оңорун турар. Дисканы брагыга. Аны таанан легкая атлетикага ме Виктория ишеп айтып кыттыбыта. Онна горнойго бир сылын актын Российское общество инвалидов кытта колбоханбут фестивальге тартыбыт. Культурно-спортивный фестиваль ден аттынар. Бу фестивальга Заречныйда, Центральный улустар, Бүлүбөлөк улустара бары келен кыттыны алалар. Манда кийинлер спортивный жерге күрөктегиге болбакка. Өссө культурный массовый атын күрөктегилерге ме бээбээлерин кытта күрөктегилер. Мына сылы буга кетегилер кийинлер бу мандык мероприятияларын. Бу мероприятияларга бээлерин сылы буга жарыктанбыт. Үшүгө көрдөрүүлөрүн көрдөрөлөр. Онна өссө бир улаккан биеке бу 2000 сүйрбө 3 сылга болоктак амма улуугар адаптивный спорт спартакиадата болоктак. Бу биеги паралимпийской онна сурда олимпийской көрүнөргө спартакиаданы ыйтабыт. Быйылгы спартакиада биеге каанда болбатак улаккан спартакиада болары тура. Манна амма улууга эми наха жүйдү белемнене хаджар правительство распоряжениета таксыбыта. Тыгынча 400 участник келере сабагаланар. Онтон
агон судьялялекта, тренердер, представительдер, бары улустар. Сюбе алта улус уже кедерин билдерен тура. Онна мин багремете бу келектер спортсменнерга, онна улус багалыктаргар. Бо спортсмена келен активный дектаннар, бейлерин улустарын чехен көмескен киндереме бейлерин көдерюхтарын нада. Именно пауэрлифтинг корня улана бьеха и китынча уонтюйца лахтан бы центр арлы атун лилявде. Бастыкынан оттан бабана Иван Николаевичтен тренер лилявде. Манна улана бастыкы хардылар бұд, бастыкы бу пауэрлифтинга улявып улана именно тохтар с поражением опорно-двигательного аппарата спортсмена ракеттата. Онтан он алтагалахтан был адаптивный центр га минулей кельбиде. Он алтагалтан себе группа тарьи хайндемит. Халвра был по долара ракеттава бака спорт слепых тен. Хайсхана неме пауэрлифтинг нулели хайндемит. Ики группа рыбы пады. Пауэрлифтинг был бака адаптивный спорт. Миндем букахана вар бу дорогетна хачатах кейха сюрдах камылях. Тоғыде тэхэнэтон бу жаннор келеннер бейлерин тэнгнэхтэрин кытта тэнг-тэнгэ кисэн кэйэн бейлер яр буллана уверенны скиллерэллэр. Халубратон учалы тэха. Улэгэн буллана бу бейлерин самооценкалары аджихай тухалыр. Унутон үксюгар маннык жаннор хэн бир барбилер бі курдуб олухтаргор сетихилях буллар. Онлук тохтамыт биге булла бу халубра бу спортсменнер будын кытта оттон маннык арас көрүнгө бардын хайнара үлели хатыгыт. Бен буллана 2013 жылга Хатыгулу илинни федеральный университети битербидим. Специалист по адаптивной физической культуре ден специально гылбыдым. Оттон үйөрөкпин битерет сразу бу БМИ дебинен үлелекпин нада демин бастаган инструкторунан хагалабыдым. Республиканский техникум-интернат для инвалидов тен бу Дальний Востока хоготох организация олар. Именно студенттары бу студент оғлорго инвалидности оғлорго иде берер. Онна 16 жылга үлелеген барамын 16 жылга бу адаптивный центрге келбидим. Бу жарыкпыт основной түмүгө ден булар биги кырыктыгилерге кыттарбыт. Окурдык биеха буллана хылга икки чемпионат тахбыт. Булла пауэрлифтинга именно классическая троеборье ден. Үс көрүнгө оңорук тахтар, приседание, жим, онна тяга. Буллана сылга бийди гытылар, ол канеттен иккис чемпионат уже бир эре көрүнгөр, ол бетер жимне болор. Хылура сылын аксын барамыт бары кыттабыт. Тон ситигилахты кыттабыт деханада. Бу хлора именно бевик көрүнгөр Россия чемпионнор дахбит, Россия сүймөрдүмү команда тыгар спортсмендер дахбит. Хлора мына хамы тоглан этхэ беги буллан бу хаха херин эрджано икките барамут икки смес болар тут. Хлора бу команданын кален көрүктүгө осы Россия келеннер хлора хүрбе бес команда кеттер буллан бу беги икки сместеге хлора команданын тахал. Лерин курдук бу сетигилер барда келеллере бу кыйылар келеллере да бу барда систематическая жарык булайы бу жарык көтүпкө бу беремен хоббер курдук бу бакка бу үлөгө курдук сеген бу онук бар буллаганы кылура кихи сетигилер көтүпкө гын кылура режимин да тутуган тренер буланын барытын толорон эби онна кылура бу буламыт таханан да булар или тора тийбет да болун онна кылура куйдамыт бейбит арый атын подход буламыт халура эти барда сетиге алар буланы осы бу икки группа бутер онук спортсмен ахбыт анан халураттан основной хим бир бу халура он кебириттен основной билет ок спортсмендер дахбыт команда уткени халура ол таханан хим бир бу онунан хатчактамакка ут багалак жыннор эби жарыктыйбыт халура ол онна тон бу зал тугунан кепсадыха бигетта хамы жарык бутсин бир барда эпкеле помос бут онна штанга бутула болор бу билеген жарыктанар бутыгар бу зал бутыгар биге хамы надалах бут
тут оборудование бортовар, там вот эти ерунанта, джаркта наут. Старший тренер Нананарбар Халура Мимбуллана Эддеттенхимбир был международный, он не был бы дети Азии, кем-то уже судейство к этим. Хралан был чемпионат Таре, чемпионат России Ларга Бартвер Катынлау, именно тренер Курдубабака, судья Курдугаме. То на Бембуллана был Итиля Члербер, Россия сборная спортсмен Дахпут, Халура Месситигилер Дахпут, то на коронер комиссия Багаран Всероссийская федерация спорта слепых Муньяхан Роннор, Коластан Талбуттера. То был Талламбран уже бастаке чемпионат Путыны Тывыт. Он на Бублиин Майга бастаками эпикали Бемолохор бастаке волар бойди, маннек тоха должностка тоха сбор говорых Тахпут. Улевым Буланову сайнан Ари Эльбех тоғы веддейхе эпейтнеге. Это бэм дэльбэгэ билдим, холовра бэм бу хамандавым баха хэрин арикэнэ бол бака, блин, уже бүтін Россия бу регионнартан бар бастыкын өмірдэг спортсменнар кэтта барлан кэтта өлелевит, барларын кэтта тренировочный процесстарын, хайдах бу осынан медосмотр ағаннар, бу хайдах туруктара хайдағын бартын билян контролу хэджавит. Унаттан бу холовра Хылга и какие-то сборы дахпуты. Но холора был сбор, а и баровую бастыню меддер был антимсен. Блин, это не джаркта наут. И какие-то ничего он хотел бы жатайга массажи сюра кибиты. Ол юрина хотя бы бизнесов Сергей Ден. То он уркуттен бельсе робун гатта кассе пипит. Он созона фигер дина мен бир спортсмен бар, а найду чемпиона и кеда гуллях. Кини хювеля бита. Он был Аркадий Валерьевич, который бельсиннер бита. Келент кепсетен билсиян баран гыева уже жартынан керем арпыт бат. Ого жамын көрер адақпына тұтуға жылдың төт тұл таттыға өтік көлге. Бағдыдырын юлырға арен күттіреті республиканскай күріқтерге. Ол кеннен тұн қарақпыттын травмаланан қарамында өлене тұққан бұбылдығыда. Но базын бар бұл адичоны? Тұн хем бір спортқа тұқ бар бұл интерес. Тұн бастан келем баран хин ырахатарда ата. Но кейхин бир тұн спорка жоннах, онна көрбе жоннарго хин доступнай болан, кейхин бир интерехе бар болар. Тұн хыявая жарктан он уже хевелян керем ардам. Ан бастан күрэхті химнен чемпионат России Брянскай гавар бутын 19 сылаққа. Онна тиям мен олық тавылу атан, тугу да атан кайб атан. Онтан же хумой бутымай, хумой оман дөсе кален күйіскі жарттаннам не. Ол жарттанам баран бұлырғын октябрге түрдіс болан қабыды, но ұяғын түрбіді, олен ұрхан байды. Онтан бұл ұяғын түрбәккен бәм ұяғын бар бабыды. Үйісместі онына кандидат нормативін толарды ом не. Тұн неделі үсті, онына чығыты, тұн бұл бәм үлелерем боламын кеғе бестін, ағысқа, ағыс аңағалері. Тон бламын толырық бұнады, ол бламын хем бір ұңырауын. Но ол ұрауыр әрді ағыс бол бітәуіт. Та в основном ағыс теке кеге жарып бітәр бұл. Нар идеалны хем бір болбад бәм үлілейвен. Қойып кедері, ағыс кедері. Хайынғы біреме кеге тоғыс кедері үлілейвен. Ол үрбілімден бұл бір неделі біддері, но онын ұйыту хем бір кәлін жартынан бұл. Хорор хин ығылауын, но в основном тутағатығын режимын. Утвер беремевен, онына аспын өлбін хеме көрінәуін бол. Тонны бей күріқтеге боларын ағынайын, тәте протеин ең хеме бір еғіқ бінін ады бұлла. Өрхан боларық. Бұры бәбә бәбетін поддержкалы ұт. Тон немейінна жарыққары көрсе өттем ол бадақ. Хеме бір үледі. Тон үксі барта бұл массағының жарықтынар олықтар бұл. Олен хеме бір интерес біт әлбәк бұл спортары ол баққары. Хем бір алты ғауыт. Тұн тренер олық өйдір үшей Аркадий Валерьевич тұн. Береме мен олық барты үгім болар. Масынанан барын үлевіттен ең ағылар, иджер, көмілігер. Осайынан. Тұн қайда қынық бұл. Кәлін хем бір жартынауын ба. Тұн хем бір бұланың ұрға жыққанады. Оны бейі спорт бұл көтіттің ең дағаны
уже тоон результатный инвентарь, но лин ох, кто это хотя бы пот. И к этой инча сюрбе, и к солнцем гена нахаше кордерю ладья, тимикте выпит. Антон, и к этой инча сюрбе усолга биеги оглар бот спортсмен нарбот барта холбан основной составка у на резервный состав Россия сборная команда тигр пёрден агаскии ого он на уланкии кидилер. Он на это бери тавлан этиемете бири тренер дербит бо центр китенче он тёсовтан сагалан ягаттан бары кимде бар бака келбекке нашуйдук он ус тренер улеян келилер. Ол жекинлер бирген бо этергелле тумиктере жекостенер бо Россия сборная команда тигр пёрден агаскии киритеден улакан эмекий. Он себе тавлан этапне Степанов Аркадий Валерьевич, Россия сюмердемит хамандатын старший тренерынан анамбыта паролифтинга, көрбет спортсменнарга. Ону тағанан Алёнов Василий Андреевич, чепчики атлетикаға, Андросов Пётр Васильевич, оқсанан үтігі эми анамбыта. Эрчимен Григорьевич Макаров, истебет спортсменнарга тустуға эми тренерынан үледер. Он это якун баран би тренер дебют улелере нах чепчикита хо, кинлер нах тулурдарын жолурдарын, онна буджану биадере истурахтериттен сөбүдүр боланнар, оглорга истурахтериттен кахаллан улелилере мин антон нах уйрабим биэм. Биэм болана бу сантер халлагатан тоғоспол директорнан улелетим, булрингаттан биэм приемникем Иванов Нюргун Валерьевич, олан санга сюреннери кинлерен эмие. Бассейну в этом году исполнилось уже 35 лет. Здесь я занимаюсь с самого детства. Как только пошла в 5 класс, открылась секция плавания. Занималась под руководством Усова Юрия Ивановича. Очень хороший тренер был, к сожалению. В 2012 году, к сожалению, его не стало. А так все это время занималась у него. И в дальнейшем решила связать свою жизнь с плаванием, со спортом. И также, можно сказать, продолжила дело своего тренера и занимаюсь с детьми. Раньше занимались мы со здоровыми детьми, а сейчас с нарушениями теми или иными в здоровье, с ограниченными возможностями здоровья детьми. У нас работают 4 тренера по плаванию, которые занимаются с нарушением по слуху, с нарушением по зрению, с интеллектуальными нарушениями и также по опорно-двигательному аппарату. В этом году мы уже съездили на соревнования в Благовещенск. Наши дети в количестве 8 человек съездили на соревнования, где успешно выступили, заняли призовые места, золотые, серебряные, бронзовые медали привезли. Также в эстафете заняли первое место. На данный момент мы готовим 5 детей на соревнования Дальневосточного федерального округа под названием «Плыву к мечте» в городе Хабаровске, которые пройдут 12 мая, с 12 по 15 мая. 5 наших детей туда поедут. Очень надеемся, что достойно выступят и покажут нашу республику только с хорошей стороны. Реабилитационный центр стал реабилитационным центром. Тогда и появились, соответственно, дети с инвалидностью, и с тех пор мы начали заниматься именно с такими детьми и взрослыми тоже. И, соответственно, здоровые немножко у нас отошли в Чолбон, но также есть оздоровительные группы, с которыми также ведутся занятия оздоровительного плавания, ЛФК. Да, к сожалению, есть, конечно, сложности с обучением детей. Ну, к примеру, лично у меня, так как у меня дети с нарушением слуха, возникает проблема с общением. Да, то есть они учат меня, я учусь от них, я их, они меня, в общем, получается так. Они меня жестовому языку, я их плаванию. Среди детей по опорно-двигательному аппарату хотелось бы выделить Харюзову Полину, которая занимается у Соловьева Григория. У нее первый юношеский разряд. Также у Соловьева Григория занимается Габышев Григорий, который выполнил Благовещенский третий взрослый разряд.
Среди детей с интеллектуальными нарушениями хотелось бы выделить Денисова Матвея, который нынче выполнил первый юношеский разряд на выездных соревнованиях, стремится к выполнению третьего спортивного разряда. Среди детей по зрению можно выделить Мухамедзянова Константина, который тоже ездил у нас на выездные соревнования в Благовещенск, тоже выполнил норматив третьего юношеского разряда. И по спорту с нарушением слуха это Мендраев ГСР, он также золотой медалист соревнований, победитель. И выполнил, опять же, разряд второго юношеского норматива. Энберидный стадион Архаддах Келендерыктан Ауткеннер. Бу бассейн Кора Самай Кинегер Центрга Турар Кенерген Нахашуи Условия. Оно бастатан туран бияха первая ташка Брастут бар Антонова Анна Николаевна. Кинеха Келендер Кёрдерелдер, но хаса инберидный стадион кияха баратыгар индивидуальная программа реабилитации и абилитации ген бар. О программаларын индекенлектерине онна брас диагнозын көрөм баран биги брас бүткиндерге кандык көрүгүнөн жарыктанактарын сөбүйдөн сөбөлөн берер. О кенитен уже бий тренердер бүтүлалар кинлери онна жарыктан кирен баранлар. Бу объектка буллана урут доступность олохугате, потому что бу эрге тынча тогошу жагына гасылдагы тутуу буллады. Олин бу манна пандус тутаммыт. Первый этаж, когда коляска, спортсмены, бакирены, первый этаж, когда тенниска, тренажерный зал, галдяллар. Антон, был гуттан биги, бо, эмия, лелехен, лелехен, бевит, бо, подъемник, антон, ребит, он, бигиха, эти, селбу, сорокут, лоден, минемия, был, эреляхвин. Он, антон, он, пять, первый, когда директор, нормально, эльбектор, плавание, бар, легкая атлетика, тосту, настольный теннис, огонан, и ты, остола, анюлара, сака национальный, хамская, хаблык, бар, он, там, эти, пауэрлифтин, джим, лежа, армирестин, курдук, кюрингдер, бега, директор, спортсмен. Самый лохан, сети, ебитный, демин, был, ледит, кембер, и китынче, он, сети, лака, первый этап чемпионата России по волейболу сидей была наспута, олоранер волейболга. Он на беге Россия спортсмены рынка сюппит. Мана без команды келен курахтегеге беге джонбутугар мастер-класс беренлер. Сахахи региона хайда курдык болоранер волейболу сөбілюлерин көрен истен бар бұттыра. Ол результатынан беге спортсмены бұт, олаттар бұт Россияға үштегілі бронзовый призер болалар. Кыргыттар бут эме эки тогулла бронзовый призердер болалар. Оларын эре волейболга. Оны таһанан холовара эки тенчи он хеттеллакка сурд олимпийские игры Турцияга. Самсунг коракка Василий Стрекаловска тиен чемпион сурд олимпийских игр болбута бигинен ха үрдү бите. Ол инде мана чемпионат России по вольной борьбе ровно болбута истеветтерге. Ол сол бияхан ха Улаханка и Лахсул Аспута, и Китаничев он сеттесов. Он там был кихами, кем тут тавутки, он на беге Оларбут, бары, Кюрер Истер, Джон Норбут, Сирджит Джон Норбут, Паралимпиестер Бут, он на Сурде Олимпиестер Бут, Полалар, беге Паралимпиестер Бут, Владимир Баланец, Сюбета Гуля, Россия чемпиона, Анастасия Диодорова, серебряный призер Паралимпийских игр, Степанида Артахинова, Оксана Итыга, он на Алена Дмитриева, Олаф Бобихи, Суантер Бутеттан Тахсау Тахабут, Кене Волдана, волейбол, Олоранере, волейболга, Арсия, сборная команда Тега Кирен, Европа чемпиона, Андойду чемпиона, он на Токиога, Китынча Сюльбе Саллаха, Олоранере, волейболга, Олимпиада, Китынал Бута. Он на Бихи, Нахакен Туттабут, он на Олар Бутнан, Девлиген Бихи Олар Бутте, Сюдаганы, Кердерюхтередиен, Эренебин. Thank you.